Всем привет, друзья! С вами Малдер. Мы сегодня начнем новое прохождение игры под названием Nier Automata. Что-то как-то так, в общем, звучит. Вышло в... В каком она году вышла? В 17-м году она вышла. В 17-м. Является спин-оффом серии игр под названием Drakengard, что ли? Блять, я даже на бумажке записал. Drakengard, да. Я понятия не имею, что это за игры. Никогда о них не слышал, не знаю. Это второй спин-офф, между прочим. Первая часть называлась Nier Replicant. Выходила чисто для Японии. А в Европу поступала под названием Nier Gestalt. Выходила на Xbox 360. Не знаю, что за игра вообще. На самом деле, побаиваюсь ее начинать. Дело в том, что это игра с открытым миром. Долгая, скорее всего. А я прохожу очень долго подобные игры. Стараюсь как можно глубже вникнуть в сюжет. За сюжет могу сказать, что, в общем-то, напали инопланетяне на Землю, и то ли какой-то вирус, что-то такое, поработивший машины, начал создавать какой-то искусственный интеллект, наверное, роботов и все прочее. И люди в связи с этим переместились на Луну. То есть люди начали жить на Луне. Ну, все. За сюжет, наверное, все. Кстати, события первого спин-оффа Nier Replicant, который, кстати, ремейк выходит. Ремейк или ремастер, или не знаю, как правильнее будет сказать, выходит через месяц. События игры Nier Replicant и Nier Automata разнятся несколькими тысячами лет, поэтому я не думаю, что есть смысл начинать играть именно с Replicant. Я хотел подождать, на самом деле, может быть, какое-то время, месяц, и начать именно с той, с первой части этого ответвления. Но не знаю. Я начинал в нее играть. Я начинал раза 4, блин. Это прям дичь-дичь японская чистой воды. Нет русской озвучки, поэтому я буду читать вам субтитры. Плюс ко всему, субтитры очень быстро тут меняются. Возможно, все это не успею зачитать. Но уж не обессудьте. Что еще хотел сказать? Я начинал раз 4. Доходил до первого босса, он меня все время убивал. У меня получилось убить его один единственный раз. Сохранений в игре нету. Ну, по крайней мере, в начале самом. И придется серию очень затянуть, я так думаю, потому что до первого босса добежать достаточно долго. Достаточно много времени потребуется. Ну что, давайте, наверное, начинаем. Я не знаю, почему у него такие высокие рейтинги. Очень было любопытно в него поиграть, но персонаж очень знакомый. В порнухе очень часто встречается. Какие-то косплеи на нее делают. Мы будем играть за андроида, за 2B или 2B, как правильней. И уж сколько всяких картинок, косплей на этого персонажа. Ну, действительно, персонаж. На персонаж, скажем так, есть на что посмотреть. Я не знаю, как правильно. В этом персонаже, на этот персонаж. На этот персонаж, короче, любо-дорого посмотреть местами определенными. Все, хорош пиздеть, уже практически 5 минут базарим. Все, что знал за игрушку, я вам рассказал. Сколько займет прохождение, пройду ли я ее полностью, не знаю, потому что для меня это подобная игра в новинку будет. Новая игра. Эта игра не поддерживает автосохранение. Играйте в игру, чтобы узнать, как сохраниться. Так, отличные новости с самого начала. Новая игра. Если мы сейчас дойдем до босса и его не завалим, будем начинать все заново абсолютно. Из менюшки причем. Но он несложный, насколько я помню. Там надо знать, как его ебашить. Так. Время в игре. Подтвердить сохранение. Создать. Имя пользователя. Как мы... А как тут печатать-то, блядь? А, вот. Имя пользователя есть. Начать с именем. Не, вот вы меня хоть убейте, но нормально я не буду играть. Будем играть на легко.
Я вот не знаю, что это за жанр, кстати, игры. То ли, блядь, платформер, слэшер, что-то, сука, все в одно, короче, напихали. Поехали. Желательно использовать чипы автоконтроля. Это установят чипы автоатака, автострельба, автоуклонение, автопрограмма и автосмена оружия. Не знаю, надо ли это. Автострельба. Нет, давайте я не буду автострельбу ставить. Хотя я предполагаю, что это за автострельба. Начальное меню, настроечки. У меня как-то тут на самом деле язык, камера, экран. Сейчас мы все еще настроим, блядь. Тут все так просто. Пользуюсь. Ну ладно, вроде нормально. Мне как-то оно странно захватывается на самом деле. Нет, запись-то идет. Запись идет. Так, начать игру. Музяк в игре. Хорошая, кстати, достаточно. Ну, в таком епошкин. Всему живому предначертан конец. Мы навечно заперты. В бесконечном цикле жизни и смерти. Это проклятие? Или какое-то наказание? Что за бог не спаслал нам эту таинственную загадку? И сможем ли, мы бросить вызов? Это, кстати, порт с приставок. Кривой. На связи штаб, эскадрилья Йорха. 2Б на связи, все успешно вошли в стратосферу. Автопилот функционирует стабильно. Оператор 60 на связи, наблюдаю все единицы. Мы достигли 50-километрового рубежа, продвигаемся к цели. Достигнув радиуса поражения ПВО противника, примите боевой порядок. Затем любым способом уничтожьте противника класса Голиаф. Принято. Есть. Один ушел. Одна или. 12 H сбито. Всем прийти на ручное управление. Избегайте вражеских атак. Выполнено. Управление разблокировано. Я могу двигаться. Местоположение дальнобойных лазеров установлено. Одиннадцать сбито. Барьеры наших нод... Хо 229. Внимание, впереди обнаружен противник. Запрашиваю разрешение на перехват. Разрешение получено. Огонь РБ. РБ это что за... Ох, блядь, ничего себе. Все, галактика началась какая-то. Ничего, это меня как захерачило. 7 Е сбито. Это прикольно. Порт кривущий до невозможности. В том плане, что все заставки лагают. Это порт, по-моему, с этого самого, с какого. Один дисбит, принимаю обязанности капитана. С приставки, с PlayStation 4 вроде бы. Я вот не знаю, на какой первой она выходила. На какой консоли, как сейчас принято базарить. Что это такое? Это, бля, я думал, это взять надо. Так, тяжелая атака. Тяжелая атака? Это, по-моему, защита какая-то. Ах ты, сволочь! Так, сейчас мы... О, в галактику, я помню, играл много раз. Подтверждено скопление воздушных сил противника. Запрашиваю разрешение на переход в мобильную конфигурацию. Разрешение получено. Так, мобильная конфигурация... Ох, ничего себе. Блин, а какая-то игра такая была подобная. Там в самолет, в робота... перевоплощаешься. Тоже какая-то, типа, шмапа. Ну, на самом деле, порт портом лагает только, по-моему, в заставках сильно. А в остальном-то вроде работает нормально. Капитан, мне кажется... Кто-то херануло меня, блядь. 4 без бита. Вот это херануло. Я надеюсь, за музыку 2Б вызывает что-то там. Все союзные единицы сбиты. Операция на грани срыва. Ожидаю дальнейших указаний. Оператор вызывает 2Б. Нам нужно, чтобы вы объединились с 9С и начали сбор разведданных. Принято. Блин, вот это вот вообще здорово. Ядрит твою налево. Я в последнее время в подобное играл. В 90-х, наверное. Так, 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 тут... Ох, твою мать, я думал, сейчас все, кобздец будет. Но кобздеца не случилось. Труба, ё-моё. Да что я задеваю-то, почему?
Здоровье бывает, между прочим. Так, что тут такое? Ага. О, вообще прям чистый шмапчик, блядь, пошел. Отлично просто. Так. Так, 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 новый уровень. Во! Отлично! При достижении нового уровня у нас здоровье пополняется. Вообще шикарно. А что за тяжелая атака? Что это такое? Я вот эти шары, кстати, сбить не могу. Так. Силы противника на подходе. Очень мне было любопытно поиграть в нее подольше. Уж, ой-ой-ой, уж не знаю. Уж не знаю, чем она меня зацепила, чем она зацепила многих. Хотя, догадываюсь, дрочеров она зацепила именно персонажем. Но я-то уж давно таким не являюсь, блин. Годы, годы, блядь. Так. А чё ты не сдохнешь никак, сволочь? Они уже тоже второго уровня, смотри-ка. Так, это что такое? Хорош, ты чё, дядя? А как его убить-то? Может, тяжелой атакой? А как убить-то? А, все, 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 надо вот эту хрень сбивать у него. Нормуль, нормуль. Это прикольно. Ой-ой-ой-ой! Система, что-то выполняю актуально, все разбилось к херам собачьим. Вот, бабёшка. Активируй оружие ближнего боя. Внимание, обнаружено скопление противников. Да, я вижу. Передвижение, передвижение, как бить-то? Так. Передвижение, передвижение. Надо признать... Блин, а что ты... Так, тяжелая атака. Есть. У нас есть робот. Мы, кстати, по-моему, как-то стрелять могли. Я могу отбрасывать шары? Серьезно? Нет, не могу. Или могу? Хер его знает. Тут что-то собирать надо, кстати. Какие-то болтики, что ли. Погоди, погоди. Стой, меня херачат. Сейчас разберу... Я ж стрелять вроде как-то мог. Во-во-во, я ж помню. Так, вот бы автонаведение на него сделать, было бы вообще шикарно. А так придется бегать. Ну это ладно, сейчас разберемся. Тут, по-моему, кстати, меч можно как-то менять. Я не знаю, вот эти приколюхи нам надо собирать или не надо. Там что-то лежит. А, здоровый какой-то появился. Ну ты чё, дядя? Так, он что-то тоже дерется, блядь, причем нехило, судя по всему. Хоп! Глючит катсцены, да-да-да, подтормаживает. Ну хер с ними. Противник уничтожен. Не совсем. Во! Не, это, кстати... Внимание! Это какой-то полубосс, блядь. Так, это и есть наша цель? Отрицательно, этот противник не относится к заданию. Как скажешь. Так, стреляем, стреляем по противнику. У него есть здоровье. И оно не больно-то уменьшается. Так, как нам... Блин, мне его еще направлять надо. Ебать колотить. Запилила, запилила, скотина. Запилила... А я могу убить-то, блин? Запилила здоровая скотина. Нет! Да, слушай, я ему зубы могу, блядь. Лазерные коммуникации установлены. О! 2B, передаю что-то там. А как нам уворачиваться? Загрузка программы завершена. Так, ну ладно, на самом деле, то, что я управляю дроном этим, не самое-то и плохое. Тут, кстати, на игру вообще нет, по-моему, русского языка в природе. Это, типа, фанаты какие-то сделали, что ли? Что-то типа такое. Официального, я имею в виду, нет русского языка.
В следующий раз будьте повнимательнее. Это было опасно, мэм. Новый уровень, отлично. Вы есть 2B? Меня зовут 9S. Прибыл, чтобы оказать поддержку. Принято. Так, это груда металла и есть Голиаф, за которым вы пришли? Нет, это всего лишь очередная охранная система. О, ну, думаю, тогда следует найти нашу цель, да? Поскольку я в полетном модуле, я смотрю периметр. Согласна, я продолжу двигаться наземным путем. Это какой-то очередной андроид. Итак, завалили мы первую какую-то херню. Давайте посмотрим, что она умеет. Я... супер удар. Я понял. Так, это у нас... О, блин, ничего себе, я серьезно так могу. Отклонение, уклонение точнее. Это мы... у меня два меча, да? Два меча, херачим. А как-то их переключать вроде можно было. Это прыжок. Нет? Я могу силу накапливать этим мечом. Ух, размахнись. Раззудись рука, размахнись плечо. Да, и она бегает в трусах. Если кому интересно. Так. Блять, не видно. Ну ладно, так, увидим попозже. Я надеюсь. Так, а что делать-то мы? Это... Ага, это... Выравнивать экран. Так, что это я выбрал? Белый. Меняю мечи. На, сука. Ох, твою мать. Так, смена мечей, все, понял. Сколько времени-то? 17 минут. Это я так делаю? Мечом? Ох, ничего себе. Так, ладно, погоди, а вниз что такое? Малое лечение. Среднее лечение, большое лечение. Так. Комплект оружия. Ну, наверное... Ух, сука. Наверное, с легким походим. А в бок что? Бот. Пулемет, лазер. Бот А. Так, это мы ботом управляем. А что мы делаем-то, блин? Бот А, пулемет, лазер. Я не знаю, что мы делаем. Ну, ладно, хуй с ним. Так. Так, ну, скорее всего, может быть, какая-то есть прокачка. Я не знаю, в игре, чтобы улучшать этого ботика. Ох, залагало. А, я могу за него цепляться и лететь, что ли? Эх, нихера себе. Так, подлагивает. Кстати, сейчас какое-то переиздание готовится, по-моему, на Xbox 360, которое убирает все вот эти подлагивания. Но это на Xbox, на Steam-овской версии такого не предвидится. Так, как нам... сделать так. Как-то автоприцеливание бы сделать. Вообще было бы шикарно, на самом деле. Может, оно тут есть? Погодите, давайте в настройках посмотрим. Задание предмет усилить. Ох, так, подожди, система меню. Системное меню. Системное меню позволяет вам... проверить данные, изменить экипировку, настроить предметы и многое другое. Обучающие сообщения, такие как это, можно просмотреть в любое время во вкладке «Знания». Это прекрасно. Легенда. Знаете легенду карты. Текущий метод. Маркер события. Свой маркер. Модуль карты. Что такое модуль? Так, задание. У меня есть деньги. Так, у меня есть деньги, значит, что-то можно покупать, наверное. Все предметы, лечащие предметы, материал, ключевые предметы, оружие. Оружие 5%, я не знаю, что это, усиление. Программы бота, установка чипов. А что такое? Выбрать тип. Настроить. А что? Так, чип, шкала, ядрить твой налево. Значение урончика, текстовый журнал, мини-карта, цели управления. Так, передвинуть. Подожди, блях, это тут только разбираться надо. Стой, все чипы системные, поддержка, оптимизировать.
Расположение чего? Я не понимаю, что это такое, блядь. Ты глюк, что ли, какой? У меня что-то тут ничего не пишется. Точки сохранения. Передвинуть, удалить. Не знаю, что. Экипированные чипы. У меня тут замок висит, короче. Системные. Так. Знания. Информация о единицах, обучение истории оружия, система. Настройки. А настройки. Язык, игра. Вращение, вибрация. Вот, кстати, надо выключить, блядь. Выключить стиль боя напарника. Ага, можно. Камера, экран. А где бота-то мне настроить? Нигде нельзя. Камера. Прочее. Все, прочего нет нихуя. Так, игровые достижения. Вернуться в главное и выйти из игры. Загрузку сохранить нельзя, да? Ну ладно. С этим по ходу дела разберемся, я надеюсь. Надеюсь, разберемся. Так, бэшка. Что это такое? Получена медная руда. Скорее всего, мне она по какой-то хер нужна будет. А куда нам идти, непонятно. А, вон туда, наверное. Сюда? Там пола нет, как бы. Так, 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 тихо-тихо-тихо. Затуп произошел, да? Не, ну подождите, как-то же тут можно куда-то? А, вот же тут дорога есть, твою мать. Есть дорожка. Ну, на самом деле, управление-то вроде бы и неплохое. Вроде бы и неплохо все. Вот единственное, что, вот боту бы не помешал автоприцел. Может, он и будет впоследствии. Я на это, на самом деле, очень надеюсь. Это бы... нам очень помогло. Это бы нам прям вообще помогло, помогло сильно. От суки. Ой-ой-ой, шары, шары летят. Я не пойму, я их сбивать-то могу, эти шары, что ли, блин? Вот, захерачиваю его, как здорово. Непонятно немного, но ладно. Выясним тоже, я надеюсь. Выясним, надеюсь, тоже. Есть кто играл? Подскажите по поводу автоприцеливания бота. 2B? Мэм? В чем дело? Я хочу переслать вам карту, которую я составил. Давай. Карта есть. Она не может не есть. Пулемет. А, подожди, лазер же у нас есть, точно. О, какой тут сейчас вот, вот платформер начался, а все нахуй. А я быстрее могу, могу. О, херачить. О, слушай, тут при нажатии можно прям бежать. Ломиться. Она все быстрее и быстрее бежит, ты глянь на. Вот херачит девка. Оп-оп-оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там что-то собрать надо. Сука. Да ты что, охерел, что ли, тварь? Так, это что-то подобрать надо. Ржавая глыба. Такая музыка органная. И пошки. И пошки одним словом. Так, 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 нам, наверное, на самый верх, как я полагаю. Получено 40 чего-то там. Эх, блядь, 40 гринов. 40 G там написано. Гринов. Какой-то хрень есть, смотри-ка. Опа. Медная руда. Медная руда получена. Есть некая дверка. Сейчас мы туда зайдем. Погоди-ка, мы ничего не пропустили. Очень бы не хотелось в начале игры накосячить и что-то пропустить. Заходим. Битва не иначе сейчас будет. Так открой дверь-то. Отрицательно, противник в комнате глушит сигнал. А разве когда-то было по-другому?
Сейчас мы этих козлов захерачим, с помощью нашего бота. Как его зовут, интересно? У него же имя-то должно же быть. У них у всех есть имена. Вроде бы. Так, тихо. Ой-ой-ой-ой. Слушай, ну какое-то вроде бы подприцеливание есть. Непонятное немного. Ну-ка я пиздану. Че это, блин? Не работает, что ли? Так, работает. Ой-ой-ой! Так, я в подобной дичи вот играть слабо могу уклоняться. Взорвался, спокуха. Да что ж ты, сука, делаешь-то? Ну я не пойму, я их то ли могу отбрасывать эти шары, то ли не могу. Надо пользоваться почаще вот этим субегом, блядь. Так. Что-то тут сейчас возьмем. Найдите Голиаф. Разведка фабрики. Вот. Ржавая глыба. 50 G. 50 гринов. Как я полагаю, мы взяли. А куда идти-то? Не сюда? Сюда. Нам бы найти аптечку, если такова есть, конечно. Знаете, мэм, я рад, что вы здесь. Почему? Андроиды типа сканер С одиночки шпионят в тылу. Обычно я работаю без партнера, с вами куда веселее. Отставить эмоции. Виноват, мэм. Еще кое-что. Прекрати звать меня мэм. В этом нет необходимости. Хорошо, ну тогда просто 2B. Машинное масло. А у нас есть лечилочки, кстати? А, о, блядь. Че? Подожди. А лечилки-то у нас есть, оказывается? Среднее... Блядь, оно еще... Среднее лечение. Большое. А малое? Ну, о, а есть лечилки-то? Че я туплю, блядь? Так. Лечилочки есть, это прекрасно. Надо нам как-то учиться воевать. Может быть, я зря не включил вот эту всю хреновину, автоприцеливание и прочее. Автоуклонение. Ну хотя так, наверное, неинтересно было бы. Тут хоть сами стреляем, сами контролируем все. Железная руда. Опа. Стоп, суки. Так, есть. Я вот ботом вот эти могу, точнее, вот эти шары могу разбивать. Кстати, такое ощущение, что тут залезть можно. Да. Их ты ж, бляха. Погоди тогда. Сейчас все возьмем. А там что за лестница? Машинное масло. Кастрол, блядь. Или... Лукойл, блядь. Так, и что тут мы видим? По всей видимости, просто что сюда залезть можно было. Я, кстати, сильно переживаю по поводу Голиафа-то, блядь. А если мы его не ебнем, блядь? Это же будет катастрофа. Я столько в начале серии набазарил, блядь, интересного. А тут раз и просрем. Так, 310. Маленькая шестерня. Что это такое? Коробочка? Что ты делаешь-то? Хоп, ты как ногой пинула лихо. А что там? А, мало лечения, отлично. Лечилочки все-таки дают. Так, эти хуйни летят. Вижу. Стоять. Сейчас всех подобьем, отлично. Блять, динамичная очень игра на самом деле. Погнутая пластина. Анализ, лифт заблокирован, воспользоваться им нельзя. Как нельзя, блять? Твою мать, а куда идти? Сюда? Какой большой комплекс. Думаю, люди использовали его как завод. Но теперь он кишит машинами. Похоже, завод был переделан врагом под массовое производство всевозможных машин. Они продолжат производство, если мы не уничтожим его. Козлы, блядь. Сейчас всех захерачим, надеюсь.
Так, кого тут? О, там что-то взрывается, смотри-ка. Оп. Какой фон хороший. Жалко, карта заслоняет. Так, ладно, хватит на трусы пялиться, блядь. Чтоб трусов, что ли, не видели женских, блядь? Ну, кто-то и не видел, может. Кто-то, может быть, и не видел. Так, ты живой? На, сука! А он еще один идет, смотри-ка. Ай-яй-яй-яй-яй, он своей вот этой херней, блядь, ебашит. Погоди, у меня надо меч другой взять. На пипирке приходится играть. На пипке, блядь, на этом ебаном стике, блядь. На стрелках, на этих самых... Как его? Тысяча золота. На крестовине неудобно. На крестовине тут назначены кнопки замены оружия и все прочее. Если... Это будет на пипирочке. Будет крайне неудобно. Придется. Пришлось, точнее. Не, слушай, я это точно разбиваю. Я точно разбиваю шары, блядь, вот эти. Розовенькие. Но не всегда, получается, надо признать. Вот хороший удар, меч летит прям. Хоп. Отлично, еще тут какие-то козлы, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, херач. Че это? И ничего себе ты меня отбросил, паскуда. Они у них какой-то тоже удар специальный. Так, я не успеваю посмотреть, что мы взяли. Здоровье-то вроде есть. Блин, может быть еще. Давайте применим малое лечение. Я что, не взял? А, вот. Плюс 264. Наверное, есть какая-нибудь прокачечка. Сколько лечит это малое лечение? Что? Они используют случайные бессмысленные записи данных старого. Что-то там. В действиях машин не следует искать смысла. Что-то там, короче, пиздеж какой-то они запустили. Непонятный. Так, херачим. Куда ты херанул-то, дурак, блядь? Ай-яй-яй-яй. Где я? Да вот здесь, дурак, блядь. Спокуха. Так, подбили маленько. Блядь, меча ебнут ведь. А давай стрелять по ним, что я туплю-то, да? Правильно? Зачем нам рисковать драгоценным здоровьем, когда можно просто захерачить его андроидом? Точнее, этим дроном, блядь. Вот и все. Сломанный ключ какой-то взял. Блядь, еще. Вас очень много, господа хорошие. В рукопашную пошел. Но они все первые уровни, на самом деле, не страшно. То есть даже дроном вон они убиваются на раз-два. Так, золото получено. Что-нибудь тут есть вот в этих самых? Нету? Вообще по красоте сработали. А что я... Почему у меня какое-то свечение есть? Я свечусь, подсветочка какая-то. Там еще два. Готовы. Так, спокойно, блин. Прорываемся, прорыв. Ну, суки, ну держитесь, гады. Есть. Слушай, а мне нравится на самом деле. Начинает, по крайней мере. Так. Херак. И что мы от него получили? Ничего, судя по всему. Стой, а как спускаться по лестнице? Угу. Вот так. А как подниматься? Так, ладно. Хватит на жопу пялиться, блядь. Мы в игру играем, а не на жопу пялимся.
Кстати, дрон в какой-то момент начинает... Лифт заблокирован, воспользоваться нельзя. Дрон начинает помаргивать. Может, это что-то означает? Так, есть тут что-то сейчас будет, да? Внимание, у противника обнаружен пуленепробиваемый щит. Перейдите на ближний бой. Я понял. То есть этот щит не может у нас пробить, да? Щиточек не пробивает наш дрон. Блять, здоровые какие. Не надо. Что делаешь, гад? На, сука. Это я энергии накопил маленько, блядь. На, нахуй. А как? Подожди, надо, блядь, их заебашить так вручную. О-о-о, хорош, нет, вручную. Вручную. Что такое? Чем это меня, блядь? Мало лечения использую. А, тут автоматом оно использует. Вообще прекрасно. Мало лечения используется автоматом. То есть не надо самому, как бы, постоянно его использовать. То есть все, и сама она может херачить. Ну, это, кстати, интересно. Первый раз только сработал или на постоянку был? Не знаю. О, новый уровень. Блять, зря лечилку использовали. Зря использовали лечилочку. Ну ладно, хрен с ним. Так, что это такое? Сломанный ключ. Зачем нам сломанные ключи? Для чего они нужны? Так, еще целая партия. Оп, есть. Не, на самом деле убивать их с меча гораздо быстрее получается. Ну и прикольнее, на самом деле. Хоп, на, размахнулась. И чё? А где карта-то? Нет карты? Получено 60 голды. Я осмотрел весь завод, но не нашла ничего похожего на Голиафа. Может, они, ну, не знаю, переместили его куда-нибудь? Че, вы меня спрашиваете? Серебряная руда. Наверняка что-то хорошее. Голиаф, мать его, блять. Голиафа у меня получилось забить только один раз. Ох, будет печаль будет. Это же... Ты про птиц? Да, теперь тут гораздо больше флоры и фауны, чем раньше. Вероятно, из-за изменений в окружающей среде. Среднее лечение, шикарно. Малое лечение. А так ногой ящики открывает. Здорово. Так, Япошкинская дичь. Дает просраться. У нас тут что-нибудь есть? Туда я, наверное... Не знаю, могу я туда? Или не могу? А, нет, я туда вообще не могу перелезть. Давайте посмотрим, что тут в уголках. В уголочках. Кристалл какой-то нам дали. И пойдем ебашить Голиафа. Голиафа, мать его. Так... Давай-ка, серебряная руда. Не забывать использовать аптечки, вот что важно. Что это, коробочка? Без аптечек хер пройдем. Среднее лечение, нормально. Тут хотя и легкий уровень игры, но... Я тогда тоже на легком играл и как-то умудрился просрать. Крем Диэлектрик. Надо будет еще нам посвятить серию, наверное. Ну, не серию, по крайней мере, часть серии. На то, чтобы разобраться вот со всеми вот этими приколюшками, которые мы берем, собираем и прочее.
По ту сторону моста должен быть еще один цех. Путь не близкий, но может осмотреть, может осмотришься или что-то. Не помню, чтобы штаб когда-нибудь ошибался, но похоже, и они не застрахованы от этого, да? Я так не думаю. Вот и Голиаф. Внимание! Обнаружены сильные помехи. Потерян сигнал. Неважно, обойдусь без сигнала, бляха-муха. Ебать колотить. Тут уворачиваться можно еще. Твою мать. Так, херачим. А, мы такую-то подобную клюшню видели уже. Я что-то отстрелил. Так, херачим дальше. Дрончик. Так, это ты что? Так, как-то уворачиваться-то, бляха, ебать, колотить, сотку сразу снимает. Ай! Как уворачиваться, я что-то забыл, блядь, как уворачиваться-то? Ну я зуб его, ну, подшибал, смотри, что делается. Зубов-то нету уже практически. О, пошло жара. Я между этими херовинами. Уйди, сука. Это весело. Так, что такое? Что такое? А что, все, сдохло? Но это не все, конечно. Это же... Обнаружена цель операции. Старина Голиаф. Как много раз я до тебя доходил. Да весь завод, короче, в Голиаф и есть. Он на дизеле, походу, работает. Ядрит твою налево. Дрон, наверное, охуел, блядь. Так. Вон он смотрит нам в глаза, Голиаф. Внимание! И что-то на япошкинском написано. Так, херачим Голиафа. Ёбаный рот. О-о-о-о! Как увернуться от этого? Я, кстати, не попали по мне ни разу, что хотите сказать? Ему в голову, что ли, надо? Так, стоп. Тут что-то, блядь, огонь какой-то, хорош. О! Ебашим. Ну, помаленьку, ну херачим, блядь. Ты смотри куда. Так, скопление шаров, вот это самое страшное, наверное. Мелкий-то хрен с ними. Не, смотри, а тут заложено именно, что дроном надо херачить, походу, его, да? Потому что... А как по-другому-то? У нас... Подожди, у меня же есть оружие, блядь. Это я что, столько, блядь, херанул всего мало? Ай! Попала скотина. Так, вот это вот печально, вот это я помню, блин. Что-то он тут сейчас пилить будет, по-моему. О, этот летит наш. 2B! 2B! It not 2B, блядь. Давай, хер... Это я... Что случилось? Это цель задания. Приступила к уничтожению. Хорошо, я окажу поддержку. Вот это поворот, блядь. Что-то у меня ебанул, блин. Так, он окажет поддержку, да? Что такое? Бежим. Противник атакует снизу. Предложение отступать. Как отступать? Так, ну вот это что-то, блядь. Так, стой, стой, ебать колотить нахуй. А, стой, мы его сейчас херанем мечом. Ну это тоже там постреливает маленько. Но это не очень эффективно, блядь. Так, бежим. Бежим. Есть. Что это было? У него накапливается энергия вот эта, да, я как понимаю?
Я увернулся. Я увернулся. Тут можно инициировать, что-то там делает он. Так, ракета, ракета, ракета. Это я? Нет. Ух, нахуй. А, он направил его ракеты на его же самого. Хоп, глазки как в терминаторе потухли. Но загорелись вновь. Резервное питание. Подано. Рывок, блядь. Че? Я, это мне надо было нажать? 9S! Там здоровье-то у него еще до хера, между прочим, было. 9С! Обнаружен сигнал черного ящика 9С. Не удалось установить соединение. Я иду за ним. Так, Голиаф, да? А как нам идти-то за ним? Не, вот эта битва эпичная такая. 9С. А, вот, сюда, наверное, надо забежать. Нет? Да не, а куда еще? Тут больше некуда. А где у меня мечи-то? Удерживают для пропуска. Ну он живой, живой. Вот сейчас только резервное питание включилось. Судя по всему. У меня что-то мечи периодически куда-то пропадают. Запроси помощь у штаба. Отрицательно, связь глушится противником. Я, кстати, могу и стрелять, и ебашить это самое одновременно. Ебашить дроном. Вот если бы был автоприцел, цены бы не было. Что такое? А куда идти-то? А, лестница. Ты зацепишься? А жопу смотреть нельзя теперь. Блять, 47 минут уже херачим. А как? Только начали. 47 минуточек. А где башка Голиафа-то? О, ну, блять. Башки Голиафа не... Вон этот валяется, походу. 9С. Ой-ой-ой. А, суки, блин, попадают. Я обязан спасти 9С. Зачем тебе это? Я должна починить его. Бот, дай мне гель-коагулянт и вакцину от вируса. Это иррационально. У субъекта критические повреждения. Повреждения полевого ремонта. Что-то невозможно. Заткнись! Делай, что тебе говорят! 2B, уходи. И ты тоже заткнись. Мы ведь солдаты. Мы должны гордиться нашей службой. Полетный модуль HO-229. Получена команда 677. Право использования передано от 9S к 2B. Запрашиваю подтверждение. Прошу. Хорошо. А полетный модуль-то, чё, не это самое, не повреждён типа того? Воу! А и мы его бросили? А Голиаф, ты ещё живой? Да, живой, сука, ты глянь. Так, внимание. Как стрелять-то? Вот, нормально. Ебать, колотить. Увернулся, увернулся. Нет, не увернулся. Так, шестой уровень. Убить, убить, убить. Говорит, эта херня. Здоровая, железная. Так, что-то у меня нету атаки, блядь. Он говорит, не знал, что машина достаточно разумна для этого.
Так, ракеты, ракеты херачим. 2B, я нашел уязвимость цели. Инициирую взлом, чтобы оказать поддержку. А, ну он что-то еще там телепается вроде. Так, вот эту хуйню нам надо как-то, блять. 2B, внедряюсь в узел врага. Опа, я же сказала заткнуться. Баба с яйцами, андроид с яйцами. Что называется. Опа, ой, что это было? Нет, это по плану все. Контроль над узлом, что я взломал. Отмечена уязвимость. Поняла. Так, и что, где тут отмечено? Осуществить захват контроля. Подтверждаю. Внедряюсь в узел противника. Управление переписано. Баланс перераспределен. Захват вражеского узла завершен. Что это такое? Пила, что ли? Да ладно, да. Ебашим его пилой, блядь. Эй, хорош, блядь, ты чё? Мало лечения. Да я вообще так забью, козла, блядь. Все, все, Голиаф повержен. Судя по всему. Да когда же ты уже сдохнешь, наконец? Блять, ну вот ты не лагала бы она еще в катсценах. Вообще бы здорово было бы. Ну вот этот, без ноги. Ты напористо. Когда дело касается драки, да? Давай, Би. Свяжись со штабом, запроси помощь. Нет, не похоже, что в ней есть необходимость. Голиаф 2, что ли? Валяха. Это отлично, блядь. Сказала 2B. 3 Голиафа. С одним-то еле расправились. Сомневаюсь, что у нас есть шансы на победу. Well. Черный ящик. Уже готов. Right. Поняла. А можно убрать эти гребаные черные полоски? Мне они не нравятся. Запрашиваю разрешение на уничтожение врагов. Реакции черных ящиков. Запрос одобрен. 2B. Сражаться с тобой было честью для меня. Правда. Взаимно. Ты его так узнала. 5 минут назад. Хопа. Почему у меня игра так криво работает? Так, какое достижение дожидали? А вам не видно? Нет. Я, кстати, вот доходил вот до сюда. И все. У нас есть карта. Ух ты, я же... А, моя каюта, гляди-ка. Или что это такое? Я в каком-то корабле? Наверное, блин. Нет, туда не могу зайти. Пора бы серию так уж заканчивать. А это что? Не открывается. Итак, задание выполнено и все такое, да? Голиафы были уничтожены, и мы проложили путь на территорию врага. Теперь мы можем... 9S? Да? Спасибо за то, что загрузил мои данные в бункер. Это сделал я?
Извините, я совсем не помню. Из-за того, что в той области были проблемы со связью, возможно, мне хватило времени, чтобы скопировать только ваши воспоминания. Мои же сохранились только до момента нашей встречи. Понятно. Слава человечеству! Слава человечеству! Сука, у него наряд такой. Ты, блядь, фанатой сидишь, что ли? Ангуса Янга, блядь. Шортики, блядь, какие-то. Как пидор одет, короче. Игра использует онлайн-функции для обмена сообщениями. Подключиться к сети можно, изменить систему меню. А зачем мне онлайн-сообщения, скажите мне, пожалуйста? Нет. Мне не... Сохранить? Да, сохранить, конечно же, да. Сохранить... А что такое? Так, давайте выберем. Сохранить. Это сколько в игре у нас времени? Загрузка, проверка системы. Основные узлы подключены. Температура черного ящика. Окей. Что-то там загрузка. 5012 год нашей эры. Год, в котором славная история человечества внезапно подошла к концу. Когда наш мир подвергся вторжению пришельцев с других звезд. Пришельцы пустили в ход оружие нового поколения, машины, которые почти уничтожили человеческую цивилизацию. Те немногие, кому посчастливилось выжить, сбежали с Земли в поисках убежища на Луне. 5204 год нашей эры. Человечество провело контратаку, высадив армию андроидов через сеть орбитальных баз. Но даже после дюжины крупномасштабных атак нам все еще не удалось победить захватчиков. Вот почему вы, подразделение Йорха, существуете. Чтобы, наконец, сдвинуть ход битвы с мертвой точки. Вы — наше сильнейшее оружие, и вы должны положить конец этой войне. Поняли, сэр. Я желаю вам успехов в битве. Слава человечеству! Слава человечеству! Слава человечеству! Какие бобенки-то, ептою мать! Загрузка, проверка системы. Основные узлы подключены, проверка системы завершена. ДВБ, слышите меня? Во-первых, нам нужно проверить настройки яркости. То есть, я так понимаю, нам на этот 9S отправил нашу память всю. Че это? Яркость проверять надо? Вы не знаете, как настроить яркость? Я думаю, нужно просто найти устройство ввода. 9S говорит. Че делать-то, блядь? Ох, нихуя себе. А, во. Ну что ж, давайте приступать. Мы пройдем по порядку через все. Начнем с настройки яркости. То есть он, я так понимаю, нам новое тело захерачил. Что надо делать? Настроить так, чтобы иконка слева исчезла. Ну, допустим, при моем освещении вот так это будет выглядеть. Есть! Как вам? Шикарно. Хорошо. Принято. О, мне стоило сообщить вам, что весь процесс записывается на будущее. Так, громкость голоса. Теперь давайте займемся настройками распознавания речи. Похоже, что распознавание речи отключено, поэтому оно и не работает. Я сейчас позвоню вам, и вы сможете слышать мой голос. Привет! Продолжайте настраивать так, чтобы вы могли слышать. Настройте параметр так, чтобы слышали мой голос. Да, я слышу твой голос. Хорошо, так лучше? Да. Отлично, теперь настройки должны быть в норме. Погодите, у нас не установлено разрешение на самоуничтожение. Секундочку, нужно установить его. Я бы включил его для вас, но вам стоит сделать это самой. Устав и все такое. Кстати, я забыл сказать, в игре, блядь, вот я охуел с этой новости. То ли 26 концовок. По-моему, 26, блядь, разных концовок. И некоторые из них плохие. Несколько штук.
Так, самоуничтожение. Включать? Ну, давайте включим. Ага, хорошо. Если во время операции что-то пойдет не так, вы можете пожертвовать собой ради успеха. Так что, как только закончите настройку, можете двигаться далее и закрыть это меню. Самоуничтожение. Включить, блин. А что дальше-то делать? Экран, игра, вибрация, стиль боя напарника. Воспроизведение в фоне. Хуй его знает. Так. Прочее. А, прочее, это и есть самоуничтожение. Звук. Громкость музыки. Камеры. А камеры что? Ну все, нахуй, настроили. Morning. Доброе утро. Перевод кривой, блин. Ты смотрел, как она спит? 9S. Командор назначил меня ответственным. Это значит, что с этого момента я буду проводить ваши регулярные проверки. Ясно. О, не волнуйтесь, мы модели ТПС на такие своего дела, знаете ли. Хотя, полагаю, скромностью мы не отличаемся. Что ты нахуй? 9S. В чем дело, мэм? Перестань звать меня мэм! А? Хуйна, блядь. Так, что делать? Незачем быть столь формальным. Хорошо, если ты так говоришь. А что делать-то мне? О, я совсем забыл. Командор вызывает вас. Нам лучше сходить и разузнать, что случилось. Мэм, 2Б. Так, что это? Вы хотите отдохнуть? Блядь, наверное. А что это? Может, это есть сохраняшка? Отдых-то. А, о, бля, отлично. Не хотите сохраниться? Да. Хотите продолжить игру? Да. Доступно сохранение. А как сохраниться-то? Погоди. Пауза. И все? Я ожидал другого. Доступно сохранение. Как мне, блядь, сохранить? А, вот. И быстрое сохранение. Сохранить текущий процесс. Сохраняю. Информация засекречена. Предмет. Так, со всей этой хуйней мы будем разбираться потом. Ну что ж, не знаю, как вам игра зашла. Нет, ну в целом мне понравилось. Бодрячком, так сказать. В общем-то, давайте на сегодня тогда и закончим. С вами был Балдер, всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.